«Кофе без сигарет», «Газет без ужасов». С вами Наталья Николенкова и программа «Нам пишут». О том, как отметили день рождения Деда Мороза в Барнауле, рассказывает «Вечерний Барнаул». Дедушка провел экскурсию по своему жилищу в парке «Лесная сказка» и познакомил ребят с картой мира Дедов Морозов, рассказал о том, как встречают Новый год в разных странах. «Я всегда рад приходу гостей и всех вас очень люблю. Теперь приходить ко мне можно будет хоть каждый день, почти до самого Нового года. Сегодня вы напишете мне письмо со своими желаниями, а в канун долгожданного праздника я их обязательно исполню. Но нужно помнить о том, что у меня есть волшебная книга добрых дел, которую я читаю, прежде чем принести подарок. И там написано, кто и как вел себя в минувшем году», — сказал Дед Мороз. Аргументы и факты о пикете в Рубцовске. Причиной его стали крысы, которых из-за обилия никем не убираемого мусора стало больше. Сегодня жители Рубцовска опасаются, что их город может превратиться в аналог итальянского Неаполя, в котором из-за разгона мафии и мусоровывозящих компаний отходы с улиц не убираются уже 7 лет. Но в отличие от Неаполя, в третьем по величине городе края нет моря, куда можно тайком сбрасывать бытовые отходы. Барнаульский композитор Лев Шапира написал песню для известной российской певицы Лолиты «Сошедшая с небес», пишет «Комсомольская правда». Композиция вошла в последний альбом певицы «Анатомия», который на днях увидел свет. Идея поработать вместе с Лолитой возникла 1,5-2 года назад, когда мы с ней познакомились, рассказал комсомолке Лев Шапира. «Мне Лолита понравилась как человек, мы очень душевно пообщались. По словам композитора, работы за это время было проделано громадное количество, ведь певица по требовательности к музыке и тексту похожа на Лепса, с которым Шапира плодотворно работает долгое время, такая же въедливая, щепетильная. Лолите важно, чтобы песня в душу запала». На прощание анекдот от комсомолки. «Я не расист, но зима должна быть белой». Увидимся завтра утром. Счастливенько. Целую.